продемонстрировать свою скорость и ловкость на веселых стартах, натанцеваться вдоволь и даже помериться силами с роботом могли жители Химок. В рамках праздничных мероприятий, приуроченных ко дню города, в скверах «Юность» и «Юбилейный» прошел фестиваль здорового образа жизни. Особенно интересно было детям. Аниматорами на площадке были любимые герои малышей – трансформеры. Подарок для химчан подготовил и партнер праздника – барбершоп. Всем, кто хотел поэкспериментировать с внешностью, бесплатно делали модные стрижки.